Мало времени на игры, но поиграть все-таки хочется. Тогда качай War Thunder. За 10-минутный бой ты можешь избивать самолеты противника с воздуха и продавливать его по земле, сидя в мощном танке. Выбирай технику себе по вкусу и круши дома, деревья и, конечно же, противников. Ссылка на игру под видео. Кликай, и ты получишь крутой подарок, с которым сразу будешь нагибать врагов. Наслаждайся жизнью, пока можешь. Опять кошмары? Давай, поднимайся, у нас хавка закончилась. Пойдем на охоту. Ну пошли. Наш мир состоит из бесконечного количества вселенных. Любое действие порождает новую вселенную. Например, в одной вселенной вы бы до сих пор охотились, а в этой вас ждет гибель. Ты не лишался своего дома, а в другой вселенной твой дом разнес крипер. Ты — это один человек. В результате какой-то временной аномалии ты встретился с самим собой. И чтобы это не зашло слишком далеко, я покончу с этим. Где это мы? Знаешь, я без понятия. Могу лишь только одно сказать. Этот идиот забыл про то, что есть респаун. Так, хорошо, но что нам теперь делать? Вещей у меня нету. Я предлагаю разделиться. Ты пойдешь в ту сторону, ну а я в эту. Через полчаса встречаемся здесь. Может быть, что-нибудь да найдем. Ну окей, давай. Через полчаса тут. Ладно, пока. Thank you.
Большое тебе спасибо за просмотр этого видеоролика. И если он тебе понравился, то ставь большой палец вверх. Также, пользуясь случаем, я бы хотел объявить небольшой конкурс. Конкурс на вот этот вот меч со съемок Майнкрафта в реальной жизни. Все подробности конкурса в описании.